На въезде в село Барину Шатровского района река Есеть затопила мост. По словам местных жителей, вода в этом месте поднимается каждый год. Обычно это происходит в апреле, но на этот раз река вышла из-под контроля в начале июня. Движение по переправе заметно замедлилось, однако автомобилистам пока не составляет большого труда пересекать затопленный участок.